Антисемитизм откуда не ждали. В крупнейших государственных вузах Австралии студенты распространяют листовки, в которых отрицают Холокост. В брошюрах приводятся цитаты американского политолога Нормана Финкельштейна, известного критика Израиля, который утверждает, что тема геноцида якобы используется еврейскими организациями для получения материальных выгод. Еврейские студенческие организации уже направили жалобы в полицию, но реакции пока нет.